Не толькі пачуць, але і пабачыць, як працуюць радыйшчыкі, такую магчымасць атрымаюць магілёўчане з нагоды юбілею радыё Магілёў. Радыйшчыкі рыхтуюць да 20-годзя існавання ўласнай радыёстанцыі незвычайную фотавыставу. Яна адлюструе радыё знутры. Тэлевізійныя калегі віншуюць радыё Магілёў з юбілеем і, канешне, не ўпусцілі шанса пабываць на фотасесіі. Чтобы отражение было, понимаешь? Вот да. Это мне кадр еще очень нравится. Вот присутность на працовном месте фотообъектива для Максима Остроухова з'ява незвыклая. Але для юбилея он готов пойти на эксперимент. Начальник отдела радиовещания отказывая за музычное одень радио. И, как все остальные, намагается, каб радио Могилев заусёды было якостным и запотребованным. Радио Могилев стильное, модное и всем нужное. Гэта так званая рэпартажная здымка. Радыйшчыкі за працоўнымі месцамі. У кадры тое, што яны робяць кожны дзень. Фатограф нават не патрабуе занадта пазіраваць, хутчэй быць самімі сабой. Посмотри в окно, погода какая. Вот, отлично, прекрасно. Радыё Магілёў сёння гэта больш за 30 праектаў, кругласутачнае эфірнае вяшчанне, эксклюзіўны контент для свайго слухача, а яшчэ прафесійная каманда, якая і робіць Радыё Магілёў. Всем огромное спасибо за любовь, преданность и за приятные эмоции, которые помогают делать свою работу. Вот яны, радыйшчыкі. Их наскрозь бачыць Алена Бузук. Ёй працаваць на радио приемно, як ніколі. Я тоже начинала с радио, так что это и мой праздник тоже. Так что радио Могилёв – это прекрасное радио. Юбилейная фотовыстава – справа отказная. Радыйшчыкі успрымаюць процесс с насцярожанасцю и цікавасцю одночасово. Особливо рыхтавалася жаночая палова радыё Магілёў. В этот день мы тоже старались сделать красивую прическу, красивый макияж, выглядеть эффектно, замечательно, так, чтобы произвести впечатление. Ну а радио Могилёв умеет производить впечатление. Фотовыстава открылася 15 верасня, у день, калі у 1997 годе у прамы эфир со своими позывными вышли ведущие уласной радиостанции. Яна будет працаваць у городской библиотеки Могилёва имя Карла Маркса. На сердце, на душе. Любовь, любовь, любовь к родному, любимому радио. Самому лучшему в мире. Шановные сябры, завжди слухайте радио Могилёв. Заставайтесь с нами на 96.4 FM. Олеся Рубалка, Александр Тарасов. Новини региона.